Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Hyundai Ioniq. Ремонт левой стороны. Итак, заднее крыло меняем, дверь меняем, переднее уже заменено, переднее крыло ремонтируем. Вот задняя дверь того же цвета. Вытаскиваю и разбираю. Машина разобрана, и ремонт я решил начать с самого простого, с переднего крыла. Ремонт переднего крыла я закончил. Теперь приступаю к ремонту и замене заднего крыла. Сначала я вытяну колесную арку. Теперь удаляю мятое крыло.
крыло удалено. Теперь мне надо отравнять внутреннюю часть. Внутренний металл подровнял. Теперь делаю предварительную примерку крыла. Где надо, подрезаю и выравниваю швы сварки. После чего промазываю клеем и устанавливаю крыло. Крыло прикручиваю саморезами, затем установил дверь и проверяю зазоры. Между дверью и крылом хорошо, между крылом и багажником тоже отлично. Свариваю крыло. Итак, сварочные работы закончены. Устанавливаю заднюю дверь и отдаю машину на покраску. Итак, машина вернулась с покраски. Собираю ее. Ну что, ремонт этой машины закончен. На ремонт ушло 10 дней. 5 дней работа с металлом и 5 дней покраска. А сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!